что отличает бойца от всех остальных. Конечно, сильный дух и парочка стальных, хватка железных рук и устремленный взгляд, всегда направлен вперед и никогда назад. Он тот, кто действует всегда с холодной головой и никогда не прячется за чьей-нибудь спиной. Биться и сражаться он будет до конца, ему плевать на слухи, достойный сын отца. Четкая позиция и твердость убеждений, что не зависят от чужих нелепых мнений. Хочет всегда быть первым и без компромиссов. Настанет время отвечать, не встанет за кулисы. Он перерожденный лидер, за ним не страшно идти. И что бы ни случилось, он не сойдет с пути. Если вдруг не получилось, ты не останешься.